17 метров. Конечно, требует косметического ремонта. Да косметическим тут не обойдется. Квартира убитая совсем. А что вы хотите за такие деньги? Посмотрите, от старых хозяев и мебель досталась. Ну да. Да и от МКАДа недалеко. Ну что, оформляем? Оформляем. Ну и прекрасно. Здравствуйте. Я по объявлению. Вам преподаватели английского для начальных классов нужны? Нет, опыта нет. Нет, женщина, нянь с судимостью мы не берем. Пожалуйста. Если я не устроюсь на работу, мне детей не отдадут. Разговор окончен. Марья Сергеевна, отправляйте детей на обед. Так, ребята, идем на обед. Мальчики, мальчики, не отставайте. Так, девочки, держитесь вот так. Могу предложить. Смена с 9 и до 9. Согласна? Да. Я согласна. Спасибо. Медведя на кроватку посажу. Оле, конечно, хорошо бы куклу новую. Да. И книжек, конечно, побольше должно быть. Они любят, когда я им перед сном читаю. По-моему, хорошо получилось. Ну да, уютно. Ну да. Слушай, а Пете игровую приставку надо обязательно. О, а у меня как раз есть приставка. От племянника осталось. Здорово. Я тебе принесу. Ага. Скоро суд. Волнуешься? Угу. Но я выиграю. Обязательно выиграю. Рядом. Девушка, извините, вы не подскажете, а где вы купили этот самолет? А. Моему Максиму именно такой нравится. Да, здесь за углом магазин игрушек. А, наверное, завезли. Я заходил, не было. А кукла для вашей дочери, да? Да, у меня двое. Сын и дочь. Счастливая. А я своих детей не вижу. Бывшая жена не позволяет. Променял меня на богатея. К детям не пускает. Биба. Вы знаете, у меня похожая ситуация только с мужем. А вы в суд обращались? Конечно. Но у вас, как у матери, больше шансов. Но я, кажется, нашел способ вернуть себе детей. Да вы что? Вы знаете, для меня это сейчас очень важный вопрос. Не поделитесь? Ну, хорошо. Только что мы на улице-то стоим? Давайте хоть в кафе зайдем. А, давайте. Ой. Биба, ну что ты? Рядом. Ой! Биба, перестань. Проголодался. Да? Дайте ему кусочек, иначе он не отстанет. Биба, на, держи. Держи, хороший песик, хороший. Кушай, кушай. Биба. Молодец. Так что? Что у вас за способ такой? Сработает на все 100. Давайте за это чисто условно выпьем минералки. Ну, давайте.
Чтоб вы поняли, я должен рассказать все сначала. 2 года назад жена решила со мной развестись и забрать детей. Был суд, который принял решение в ее пользу. Я подал на апелляцию, но это не помогло. Но у меня уж было совсем руки опустились. И вот недавно меня познакомили с одним юристом, который предложил отличную идею. Наконец-то нашлась управа. Ну да. А ведь я звонила и писала. Устроили притон, а нам, соседям, каково? И никто не реагирует. Ну, никто. А эти? А? Разлеглись. Ой, прости, Господи. Фамилия, имя, отчество. Что, простите? Товарищ лейтенант, я прошу вас, вызовите моего адвоката. Достала ты, отстань. Можете позвонить хотя бы. Заткни хлебало, дай поспать. Давай. Вы обязаны вызвать моего адвоката. Камеру пошла. Да вы что? Простите, пожалуйста. Ты меня достала. Да я тебе что это делаешь? Успокоились. Отпусти меня. Баба, вы чего? Ну как, стене, не дергайся, спокойно. А что у вас здесь происходит? Не дергайся. Да бесноватая попалась, Андрей. Я прошу позвонить, скажите им. Да отпусти ты ее. Тихо. Знакомые лица. Кручинина Виктория. Как вы здесь оказались? А вы же нас от рейдеров спасли. Ну да. Я прошу вас, разрешите позвонить? Угу. Вадим, под мою ответственность. Входите. Пойдемте. Да отвянь! Да, Альбина Григорьевна. Я в... УВД Никитский. В УВД Никитский. У капитана Рудина. Спасибо, жду. Чему вы улыбаетесь? Да вспомнил, как вы на меня наорали при первой встрече командирским голосом. Вы извините. Просто я тогда так испугалась. Думала, эти рейдеры убьют нас. А милиция все не едет. Вот вы и попались под горячую руку. Ну, понятно. Кстати, то дело развалилось. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Так, ну а здесь вы как оказались? Что произошло? Долго рассказывать. Да вы и не поверите. Ничего. Мне Виктория Александровна здесь иногда такие чудеса рассказывает. Пору романы писать. Так что рассказывайте. ОВД Никитский, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, мне нужен Рудин Андрей Сергеевич. 2-й этаж, 49-й кабинет. Спасибо. Альбина Григорьевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Альбина Григорьевна. Капитан Рудин, присаживайтесь, пожалуйста. Очень приятно, спасибо. Вот, знакомьтесь. Да, все понятно. Только как это могло все произойти? Да я сама не знаю. Я очнулась, когда уже полиция приехала. Последнее, что помню, это мы с Романом, с которым в сквере познакомились, в кафе сидели, минерал купили. У него еще такая собачка милая. А потом все, ничего не помню. Он мог ей что-то подсыпать. Вероятно. Но обычно это делают с целью ограбления или изнасилования. А он просто в притон приволок. Зачем? Ну как зачем? Для дискредитации. Я уверена, что этот человек возник не случайно. Более того, я не удивлюсь, что это будет провокатор Кирилла. Боже. Да нет, Альбина Григорьевна, я, если честно, не понимаю, о чем вы беспокоитесь. Дело в том, что задержание в притоне не является противоправным проступком. Что касается УДО, для Виктории Александровны это ничем не грозит. Да, я знаю, но не в нашем случае.
Скоро суд, и если этот протокол всплывет, то мы его проиграем. А Кириллу мы подарим шикарный повод лишить Вику родительских прав. Я же тебя предупреждала. Будь осторожней. Я ж не знала, что ж мне теперь вообще никому не доверять. Послушайте, а если на этого Романа заявление написать? Нет. Твоя фамилия нигде не должна фигурировать, Андрей Сергеевич. И в протоколе тоже. Вы понимаете, что я не могу его уничтожить? Андрей Сергеевич, ну понимаете, что через ваше отделение проходят толпы людей. Если исчезнет этот протокол, его никто не заметит. Потом вы сами сказали, что Вика ничего противоправного не совершала. Для вас это никчемная бумажка, а для нее она может стать роковой. Андрей Сергеевич, я вас прошу, пожалуйста. Как у вас просто все получается. Господи, ну почему я такая дура? Ой, послушайте, а может вам денег нужно? Прекратите. Можете идти. Спасибо вам. Андрей Сергеевич, благодарю вас. Вы нас просто спасли. Идите уже. Пошли. Так, быстро пошли. Спасибо. Ой, подождите, Альбина Григорьевна. Вы знаете, Андрей, в последнее время я во многом разуверилась, а вы выслушали меня, постороннего для вас человека. Помогли мне, поверили. Для меня это дорогого стоит. Всего хорошего. Спасибо, Андрей. Вызывали, товарищ подполковник? Вызывал. Где протокол о задержании Кручинина? Дежурный сказал, что он у тебя? Я его уничтожу. Не понял. Это же документ. Я понимаю, что это документ. Товарищ подполковник, я поговорил с Кручининой. Она оказалась в притоне совершенно случайно. Да и протокол был составлен с нарушениями. Я решил не портить жизнь человеку, тем более на Науду. Вообще в этом деле что-то нечисто. Ты что, в героя решил поиграть? Все кругом дураки, один ты умный. Уж от кого от тебя я такого не ожидал? Ну ты же один из лучших оперов отделений, на такой ерунде подставляешься. Выговор с занесением свободен. Есть. Алло, Рюмин. Это Якушев. Я сделал все, как мы и договаривались. Но один идиот уничтожил протокол. У нас есть фотографии из притона. Только без протокола эти фотографии вообще ничего не значат. Что за менты пошли? Захотел – написал протокол. Захотел – порвал протокол. Так. Что мы имеем? У Вики дом и работа. Суд может отдать ей детей? Но это не факт. Судимость не погашена. Но обязательно разрешит ей видеться с ними. Но это да. Все этот Паршин. Чистоплюй. Шумихи побоялся, видите ли. Что у нас с судьей? Дама суровая, но я ищу подход. Извини, пожалуйста. Угу. Спасибо. Да, Анжелика. Когда ты придешь, а? Я не знаю, очень плохо. Может, я отравилась.
Дети орут, как сумасшедшие. Чего они так топают, а? Лучше бы они уехали, честное слово. А ты знаешь, что сделай? А ты выпей активированный уголь и попробуй не жрать виски в немеренных количествах. Я не пила. Ты сразу почувствуешь себя лучше. Договорились? И вообще, извини, я сейчас не могу говорить. У меня совещание. Только с тобой одно я по-настоящему отдыхаю. Ничего, меня так просто не возьмешь. Точно. Вам лучше дорогу не приходить. Согрызете. Я же хищник. Виктория Кручинина отступилась, но вышла условно-досрочно и хочет вернуть себе уважение общества. Она купила квартиру. Ваша честь, вот договор о купле-продаже. Вот фотографии квартиры, Ваша честь. Пожалуйста, обратите внимание на то, с какой любовью она обставила детскую комнату. И вот положительная характеристика с места работы. Ваша честь, я ходатайствую о том, чтобы дети жили с матерью. Ответчик, у вас есть возражения? Ваша честь, мы тоже хотим предъявить некоторые документы, а именно фотографии, которые показывают, что моральный облик Виктории Кручинина не соответствует представлению о материнстве. Кручинина была задержана за занятие проституцией. Я протестую. Ваша честь, это фотомонтаж. Где протокол задержания? Копия протокола прилагается. Ваша честь, Кручинина была осуждена за убийство, но тем не менее продолжает вести аморальный образ жизни. Да. Это может негативно повлиять на неокрепшую детскую психику. Мы просим суд оградить детей от общения с матерью. Также хочу обратить внимание суда на привод Кручининой в милицию и заявить ходатайство об отмене ее условно-досрочного освобождения. Протестую. Суд не рассматривает нарушение режима моей подзащитной. Поддерживаю протест. Ваша честь, я считаю, что требование запрета на общение детей с матерью бесчеловечно. Вы, как судья и как женщина, должны это понимать. Также я ходатайствую о проведении экспертизы протокола. Я уверена, что это подделка. Процедуру по заявке на экспертизу вы знаете. Знаем. У вас все? Да. Суд удаляется на совещание. На наших глазах порвал. Мог выписать заново или попросить кого-то. Теперь это уже не важно. Протокол всплыл, и у нас неприятности. Прошу всех в зал. Мы проиграем. Дождемся решения суда. Суд выслушал доводы сторон и постановил оставить в силе решение об опеке и проживании Петра и Ольги Кручининых у отца Кручинина Кирилла Валентиновича. Учитывая аморальное поведение Виктории Кручининой, суд вводит запрет на ее свидание с детьми. Нет, это несправедливо. Ваша честь, вас обманули! Вика, не надо, это бесполезно. Подлость, все куплены. Вика, попробуй подойти к этой ситуации с другой стороны. Да, сейчас не получилось, но хорошо, что Кирилл не поднимает вопрос о лишении тебя родительских прав. Нужно набраться терпения. А может, можно что-то изменить? Начать этого Рому с собачкой, доказать, что с Притоном все подстроено, и суд пересмотрит решение. Нет. Сейчас мы сделаем паузу, дождемся окончания УДО. Пока на тебе висит статья об убийстве, мы ничего не добьемся. Но я не могу столько ждать. Можешь. Ты все можешь, и у тебя все получится. К сожалению, я опаздываю на встречу. Вика! Я позвоню тебе. Спасибо, Лена. На сегодня ты свободен. Ну, что получил? Запомни, это был последний раз. Эй! Ты тоже запомни. Я знаю, это ты убил Семена. Я это никогда не забуду и не прощу. И ребенка, который в тюрьме умер. Ты ответишь за все.
А детей я у тебя заберу. Ты понял? Ты ничего не докажешь. Только попробуй вякнуть. Отправишься вслед за Семеном. Посмотрим. Здрасте. Я проиграла суд. Не догадываетесь, почему? Там предъявили протокол, который вы якобы уничтожили. Погодите, этого не может быть. Протокол я порвал, вы же сами видели. И мне еще за это начальство по шапке надавало. Так, если вы ни при чем, тогда помогите найти мне этого Романа с собачкой. Вот заявление. Он поможет мне оправдаться. Да найти-то его можно, только вряд ли он в чем-либо признается. Он же не дурак сам на себя показания давать. Свидетелей нет, так что доказать, что это именно он вам что-то подмешал, невозможно. Тем более проследить его связь с вашим бывшим мужем. Вы примете заявление? Нет. А ведь я знала, что вы не будете мне помогать. Хотя надеялась, что ошибаюсь. А вы продались. Смотрите на меня своими глазами честными, а сами при этом врете и не краснеете. Так, стоп. Я не виноват в вашей нынешней ситуации. И не делал ничего такого, в чем вы меня обвиняете. А вам, прежде чем выходить замуж за этого богатого подонка, надо было думать головой. Так что теперь пожинайте плоды своей глупости и вы, не тыкайте этим других. Ничего. Я на вас в прокуратуру буду жаловаться. Я вас всех тут выведу на чистую воду. Черт. Что за девица? Да. А это та, из-за которой Якушев взъелся? Угу. Похоже, серьезно ее обложили. И наш Якушев в деле. Послушай совета. Забей. Кто на тебе? А Якушев мужик мстительный. И теперь надо утереться и пойти дальше? Не умею, так извини. Ой, ладно. Заявление есть с адресом. Анжелика Леонидовна, я вам активированный уголь принесла. Бульон приготовила. Может, выпейте? Силы укрепляют. Нет, бурь, я не хочу. Чего-нибудь солененького бы. Там, кажется, орешки были. Чего ж так плохо-то, господи, а? А чего так может тошнить? А вы часом не беременны? Не может быть. Ну, а что такого-то? Дело житейское, все-таки замужняя дама. Господи, боже мой, у меня же был где-то тест. Так, где-то. Сейчас я его найду. Неужели это правда, господи? Кто там? Привет. Привет. А я тебе звонила. А у тебя телефон отключен. Я был в суде. Ну и как? Выиграл? Выиграл. Круто. А чего ты такая довольна? Новости хорошие. Угу. Я беременна. Ты уверена? Я уверена. Я сначала сделала один тест, потом послала Раису Петровну за другим, и все сходится. Ты моя умница.
Это ты, моя умница. Только больше ни капли алкоголя. Хорошо, только здоровый образ жизни. Скажи, пожалуйста, ты отцу звонила? Нет. Я сам позвоню ему обратно. Давай. Он мечтал о наследнике. Девушка, вам плохо? Может быть, скорую вам вызвать? Нет, нет, спасибо. Простыла, наверное. Вика! Вика! Откройте! Это Рудин Андрей! Вика! Да ты головой еще постучи! Чего ломишься? Не открывают, значит, не хотят. Весь дом разбудишь. Шум из квартиры, слышите? Соседку вашу давно видели? Она мне не докладывает. Будешь шуметь, полицию вызову. Да. Вика! Вика, стойте! Вика, ты что? Да что с тобой? Вика, скорую вызывайте. Ага. Очнулись, слава богу. Давайте. Вы что тут делаете? Выхаживаю больного. Угу. Давайте помогу. Вот так. У вас нервный срыв. Организм ответил высокой температурой. Уходите, я прошу вас. Уйду. Только сначала выпейте лекарство и чайку с лимоном. Угу. Врач, между прочим, вообще хотел вас в больницу положить. Но я упросил его оставить вас дома. Под мою ответственность. Зачем вы приехали? Совесть замучила. Угу. С хрустом загрызла. После ваших обвинений я подумал, может, я неправильно живу? Обидно, знаете ли, когда тебя обвиняют в продажности, а никто не подкупает. Давайте чайку. Нужно больше пить жидкости. Так вы еще и неудачник. Да. Зато сообразительный. Знаете, мне кажется, я вычислил, кто и зачем восстановил ваш протокол. Вот только этот человек вам не поможет. А я помогу. Бесполезно. Куда ни повернись, всюду в судимость упираюсь. Загнали в тупик. Ну, судимость можно снять. Давайте еще лекарство. Что это? Это вот доктор прописал. Давайте, давайте, давайте. Так вот, судимость можно снять, если доказать вашу невиновность. Насколько я понял из вашего рассказа, расследование велось предвзято. Нужно найти улики, свидетелей, которых тогда упустили, и при вновь открывшихся обстоятельствах дело возобновят. Или у вас есть
причина оставить все как есть. Вы думаете, мне есть что скрывать? Господи, да я мечтаю, чтобы правда открылась. Только как вы мне поможете? Я возьму отпуск. Поеду в Приморский. И проведу неофициальное расследование. Зачем вам это нужно? Почему вы помогаете мне? Я азартен. Теперь дело касается не только вас. Мне и самому жутко хочется распутать этот клубок. Ну и отдохну заодно. А потом... Разве у вас есть выбор? Тогда я поеду с вами. Нет. Вы вызовите ненужное внимание. Да и потом вам надо подлечиться. Нет, мне нельзя болеть. Я на работу еле устроилась. Выгонят. Нет, я вас не отпущу. Держите. Вам нужен покой. А с работой что-нибудь придумаем. Даже не верится во все это. Спасибо вам, Андрей. Что еще сказать? О, извините, у меня там куриный бульон кипит. Я сейчас. Ну, спасибо, ребята, порадовали. Сколько ждал этого момента. Теперь у меня есть будущее. Вот за это и выпьем. Вашей дочери теперь алкоголя ни капли. Не-не. Наконец-то теперь у вас настоящая семья. За нас. Да, в семье пополнение. И на комбинате расширяемся. Я здесь новое дело замутил с животноводческим комплексом. Я, кстати, давно хотел с вами поговорить по поводу финансирования, но что-то так закрутился с этим судом. Проси все, что захочешь, все получишь. Но об этом потом. Теперь главный внук и ваш семейный покой. Надеюсь, твоя бывшая не будет больше вам докучать. Хозяюшка, добрый день. Здравствуйте. Вы постояльцев пускаете? Ну, а чего ж не пустить? Заходите. Смотрите наши хоромы. Спасибо. Ну вот, проходите. Комната светлая, просторная. Угу. А вы сами откуда будете? Я столичный. Выбрался на несколько дней, чтобы в море искупаться. А вид такой из окна курортный, потрясающий. Сад замечательный. Угу. От прежних хозяев достался. Я его вместе с хатой купила. А они чего, переехали, что ли? А, ну... Бабуля на тот свет, а внучка в тюрьму за убийство. Ой-ой-ой. Угу. Красивая девка, но глупая. На богатого позарилась. Вот и прогадала. Угу. А за ней, ой, как ухлёстывал сын начальника милиции. Угу. Шебутной был тогда, души свет. Ну, ничего, сейчас остепенился, яхт-клуб у него. А у жены его кафе в козырном месте. На набережной. Ну, а теперь, наверное, Богу молится, что на убийце не женился. Ой, я что-то разболталась. Вы, наверное, теперь и не захотите здесь жить? Да нет, что вы. Наоборот, драйвово. Драйвово. А что, она действительно убила? Да к бабке не ходи. Вот некоторые не верят, а я точно знаю, что она из-за денег. Угу. Семен-то богатый был.
Ой, ну говорят еще, что полюбовниками они были. Ой, между нами говоря, за ней всегда мужики увивались. Ну, красота всегда зависть вызывала. Может, ее уговорили? Да какой там? Ей еще мало дали. 2 года всего. А она 1 год отсидела. А почему? Дружки богатые откупили. У кого бабки, того и тапки. Ну что, комнату снимать будете? Вам лучше не найти. Это да. Уговорили. Скажите, как к яхт-клубу пройти? Хочу по морю покататься. К яхт-клубу? Угу. Так это на набережной выходите. Ну. И прямо по нашей улице набережная. Ну, а там и яхт-клуб. Спасибо. Красивые. Вот на такой бы укатить куда-нибудь с девчонками в отрыв. Да запросто. Кстати, могу организовать тур по всему побережью. Еду и затарю, сопровождение дам. Вот, выбирайте любую. Все на ходу, все в отличном состоянии. А вот это? Хороший выбор. Старенькая, но надежная, на ходу. И, кстати, продается. А хозяин? Хозяин в Москве. Кручинин, может, слышали? Да, вроде слышал. Ну чего, покажите, может, куплю даже. Прошу. Вот. Ага. Отлично. Мне нравится. А чего-то я спасательной лодки не вижу. Она же вроде по технике безопасности должна быть. Яхта утонет, а лодочка, глядишь, и жизнь спасет. Хозяина яхты спасло как раз ее отсутствие. Он ее драную на берегу оставил. Угу. А так бы мог в легкую в тюрягу загреметь. А вы что, утонуть боитесь? С детства. Вы говорите про лодку? А что тут случилось? Да, дело прошлое. В общем, если яхта интересна, хозяин по цене уступит. Ну, а лодку мы вам новую подгоним. Так сказать, подарок от клуба. Ну, отлично. Что, давайте яхту на ходу посмотрим? Да. Так. Ну вот, подкрасить, лачком пройтись. Будет как новенькая. Если б Кручинин здесь свой бизнес не свернул, он бы ее ни за что не продал. А что, разорился, что ли? Да нет. Жена его друга и компаньона убила. Кстати, здесь недалеко. Вот он и не приезжает сюда больше. Угу. Как вам яхта? Да суперская. Суперская. Я, кажется, об этом убийстве что-то слышал. Или в газетах читал. А покажете место преступления? Да нечего там особо смотреть. Я детективы обожаю. Убийство, расследование, а тут же все по-настоящему. Ну? Ну ладно. Только туда и обратно. Мне еще дела. Спасибо. Отлично. Ну вот, здесь все и произошло. Что, именно здесь? Вот на этом месте? Да. Ну что, посмотрел, поехали. Подождите, а подробностей каких-нибудь не знаете? Я же первый раз на настоящем месте преступления. Так интересно. Труп вон там плавал. А Вика, ну, убийца, здесь лежала. Ее без сознания нашли. Видать, споткнулась, головой об камень ударилась. В руке бутылка, которой она его... Странно. Странно, что-то они далековато друг от друга находились. Ну, может, она его здесь тюкнула, а он уж, как куренок на автопилоте, туда поперся. Угу. А может, у кромки воды, тоже узнает. Ну да, еще зачем-то с собой прихватил орудие убийства. Да. А вы откуда такие интересные подробности знаете? А у меня батя начальник ГУВД. Ух ты! Ну да, помогал следствию. А? Кстати, Семен уже в воде захлебнулся. А если б напрямую от ее удара умер, Вики бы точно пятнаху впаяли. Понятно. Красиво здесь. А можно на машине по берегу проехать и как-нибудь сюда спуститься? Ну, если шею хочется свернуть.
Слушай, не лазил бы ты там. Навернешься ведь. Я сейчас. Слушай, поехали обратно. Тошность. Едем, едем. Красота. А почему Кручинин-то этот не вмешался? А, или у него яхта далеко от берега стояла? Да он вообще не в курсе был, что здесь творилось. У него мотор сломался, он подойти не мог. Ага. Погоди, а откуда ты знаешь, что Кручинин был на яхте, а не здесь, на берегу? Так вы же мне сами рассказали, когда мы сюда подходили. Разве? Ну да. Кстати, а что с мотором? Серьезные проблемы были? Да нет, механик все быстро починил. Ну, поговорить бы с ним. Покупка яхты – дело не шуточное, мало ли что. Ладно, поехали. Поехали. Кручининской яхтой, значит, интересуетесь? Ага. Как вы в этом понимаете? Я вообще в механике не форычу. А вы, я смотрю, так по-взрослому разбираетесь. А куда деться-то? Каждый день на боевом посту. Вот яхту в море не выпущу, пока мотор не проверю. Вот так. А чего ж тогда на этой кручининской яхте мотор заглох? Так как отправлял, все в норме было. Это в процессе работы. Крыльчатка лопнула. Угу. Хотя, тоже как-то странно. Будто по ней вмазали чем-то. Ну, типа зубило, что ли. Какое зубило? Чё ты несёшь? Базар фильтруй. Ну, что был, то и говорю. Ну, хотя и болт мог в движок попасть. Ну, да. Ну, а сейчас-то мотор в порядке. Да я его до последнего винтика перебрал. Короче, яхту берете, нет? Ну, буду думать. Такое дело с кондачка-то не решается. А за экскурсию спасибо. Увидимся. Алло, бать, привет. Слушай, ты какой-то тип странный. Весь день около Кручининской яхты трется. Про убийство расспрашивал. Здрасте. Здрасте. А подскажите, где вашего капитана можно найти? Капитана? А, Никитич! Оу! Иди сюда, тебя здесь спрашиваю. Спасибо. Здрасте. Здрасте. А можно с вами побеседовать? Да ради бога. А ты что за фрукт? Капитан Рудин, московский уголовный розыск. Ага. Капитан Никитич. Капитан Сейнер. Вы были свидетелем в деле об убийстве. Ну, в да. бухте. Был. Но я на суде все сказал. Да, но хотелось бы кое-что уточнить. Давай. Как по-вашему, мог кто-нибудь незаметно от вас подойти к берегу бухты перед убийством? Нет. Заметили бы. Мы весь день рыбачили, угу. а прогулочные катера здесь не ходят. Правда, яхта этого, как его… Кручинина. Кручинина. Угу. Береговую линию перекрывала. Это было точно. А что, есть сомнения в приговоре? Ну, я так и знал. У меня чуйка на людей, понимаешь? И девочка эта совершенно на убийцу не похожа. Да. Да. Но все равно мы должны все проверить. Ну? А с яхты можно было подплыть так, чтобы никто не видел? Ну, если бы лодка была. Но следователи же лодки не нашли. Не нашли. Хотя… Что? Он мог ее утопить? Буль-буль и улики на дне. Хорошо, спасибо. Да не за что. Спасибо.